Совместная акция Пенсионного фонда России и Службы судебных приставов называется «Узнай свою задолженность». Традиционно она длится один день и нацелена на индивидуальных предпринимателей нашего города. Если индивидуальный предприниматель имеет свою задолженность, мы в рамках этого мероприятия предлагаем ему узнать свою задолженность, если он ее не знает, и оплатить эту задолженность на месте. То есть не нужно приходить в пенсионный фонд, не нужно потом ожидать каких-то документов от службы судебных приставов. В этом году предприниматели узнавали о своих долгах в торговом комплексе «Центральный». К специальному стенду подходили как посетители, так и те, чей бизнес расположен в стенах комплекса. Более 30 человек получили консультацию специалистов. 9 из них узнали, что своевременно не выплатили свои страховые взносы. Все довольно-таки хорошо прошло. Узнал задолженность по своей индивидуальной предпринимательской деятельности и узнал еще по организации своей. Вот. Задолженности не было, девушки оперативно сработали. Чтобы узнать свой долг у уссурийским ИП, достаточно было предъявить паспорт или водительское удостоверение. Оплатить его можно было здесь же, у сотрудницы Федеральной службы приставов. Деньги в таком случае поступают на счет должника в течение 3-5 дней. У нас имеется база данных, любой человек может подойти, чтобы узнать свою задолженность. Если он является в базе должников, то мы можем принять денежные средства как налично, так и выдать квитанцию на оплату через банк. В этом году акция «Узнай свою задолженность» распространялась только на взносы пенсионному фонду. Другие базы должников не были задействованы. Она повторится в следующем году, но место ее проведения пока неизвестно. Евгений Талов, Сергей Удовиченко, Телемикс.